Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. В этом видео я покажу вам пустые баночки июля. Итак, поехали! Первое, это у меня закончился вот такой шампунь торговой марки Vitex из серии Кашемир. Шампунь супер очищения с АХА фруктовыми кислотами для жирных и быстро загрязняющихся волос. Здесь было 500 мл. Я очень люблю этот шампунь, он очень хорошо промывает волосы. Да, делает их немножечко такими жестковатыми, потому что шампунь с фруктовыми кислотами. Ну, хороший бальзам в этом помогает, но шампунь я этот очень-очень люблю, повторяла много раз и, конечно же, еще не раз повторю. Следующее, что у меня закончилось для волос, это вот такой вот бальзам от Gliscor. Бальзам Hair Renovation, восстановление волос с кератином, с кератиновой сывороткой и Омега Плекс, какой-то запатентованный комплекс. Это шампунь для окрашенных поврежденных волос. Здесь было 200 мл. Девочки, не знаю, как насчет прям полного восстановления, но с этим бальзамом визуально волосы выглядели очень напитанными, разглаженными, блестящими, послушными к укладке. Мне он очень-очень понравился, когда-нибудь обязательно повторю. Еще один продукт для волос, который у меня закончился, это вот такая вот сыворотка для секущихся кончиков от Vitex из серии Protein Repair, микропротеиновая вакцина. Действительно работающий продукт, кончики волос разглаживала, они были очень напитанными, без вот этого раздвоения. Здесь было 80 мл, сыворотка в использовании была у меня около полугода. Классный продукт, бюджетный, но я хочу что-то поменять. Не хочу пока ее повторять, потому что она была у меня очень-очень долго. Но повторюсь, очень хороший работающий продукт. Следующее, что у меня закончилось, это наконец-то вот добила я вот эту маску. Это Markel, серия Magic Duet, маска для лица и шеи, ультралифтинг, кофе, молоко. Здесь было 120 мл, невероятно долго я ее использовала. Маска не работает, по крайней мере, на моем лице, но я уже неоднократно читала отзывы, многие со мной согласны. Несмотря на то, что глиняная маска, как бы, ну, хоть что-то она должна была делать, ничего абсолютно, поры не сужает, никакого очищающего эффекта, а уж тем более лифтинга, а тем более ультралифтинга от нее не было. Никогда больше в жизни не куплю. Полное разочарование. Следующее, что у меня закончилось, это мой крем, который я вам неоднократно показывала. Это китайская торговая марка One Spring. Крем с экстрактом красного граната. Вот такая красивая стеклянная баночка. Девочки, шикарный крем. Это крем-гель. Очень-очень хороший крем. Мне очень понравился для комбинированной кожи на лето. Это просто шикарный продукт. Он увлажняет, он напитывает кожу. Кожа просто как бархатная, в поры не забивается. Очень легкий, повторюсь, для лета самое то. Возможно, когда-нибудь повторю. Ну, вот это мое вечное желание, попробовать что-то новенькое. Поэтому, а косметики так много. Так, следующее, что у меня закончилось, девочки, шикарная сыворотка, очень-очень рекомендую. Это Markel, серия Anti-Age Program. Здесь гиалуроновая сыворотка, которая была вот в таких вот, о, наоборот, вот в таких вот маленьких флакончиках по 2 мл. Эта сыворотка, она такая гелеобразная. Мне хватило вот этих 7 капсул по 2 мл ровно на 21 день, потому что одной капсулы хватает на 3 дня ухода утром и вечером. Девочки, если бы ее было чуть больше в объеме, я бы сказала, что это один в один, как корейская сыворотка от Елизавеки гиалуроновая. Ну, по действию, наверное, так и есть. Сыворотка действительно глубоко увлажняет, удерживает влагу в коже, разглаживает мелкие морщинки, которые вызваны сухостью. Это шикарный продукт. Так, цена у нее как бы не очень бюджетная, ну,
по сравнению с остальными белорусскими, да, продуктами. Но я ее купила по очень большой скидке в магазине Ева. И если увижу со скидкой, наверное, возьму сразу несколько упаковок, потому что я взяла вот эту и там другие разные мне хотелось попробовать. Но если бы я знала, что она такая шикарная, взяла бы несколько упаковок вот этой сыворотки обязательно, эту сыворотку обязательно повторю. Так, следующее, что у меня закончилось, это вот такая вот маска от Vitex, целебная банька, это целая серия продуктов ухода за лицом и телом. Лифтинг маска для лица омолаживающая с розовой глиной и маслом органы. Здесь 75 миллилитров. Девочки, очень хорошая глиняная маска, она действительно подтягивает кожу, напитывает ее и очищает. Я не знаю, как ей удается это все эти выполнять заявленные функции, но действительно маска работает, она очень бюджетная. Присмотритесь, я думаю, что и серия такая довольно неплохая. Следующее, что у меня закончилось, это, точнее, не у меня, у моего сына. Это зубная паста Happy Moments Дракоша с кальцием и экстрактом ромашки со вкусом клубники. Она была красная, гелевая. Здесь 60 миллилитров. Была она у нас довольно долго, несмотря на то, что у меня сын чистит зубы утром и вечером. Очень хорошо снимает налет. Вот правда. Действительно хорошая, бюджетная детская зубная паста. Так, ну, эту маску можно прикрыть. Так, следующее, что у меня закончилось, это мой вот такой вот крем вокруг глаз. Это Белита, серия Мезокомплекс, мезокрем для век 40+. Здесь было 30 миллилитров. Он был у меня очень долго. Здесь вот такой вот удобный помповый дозатор. И вдруг однажды бац, и он закончился. Я уже так к нему привыкла. Девочки, крем достойный, бюджетный, работающий. После этого крема кожа вокруг глаз очень напитанная, увлажненная, и гусиные лапки за счет хороших уходовых средств крема действительно выглядят менее заметными. Девочки, они никуда не делись, но кожа выглядит очень-очень ухоженной. Итак, следующее, что у меня закончилось, это вот такая вот пенка для умывания BioAqua Water Get. Это пенка с гиалуроновой кислотой, здесь 100 граммов. Очень бюджетная, работающая пенка, которая по своим качествам, по консистенции полностью похожа на корейские пенки. Здесь кремообразная перламутровая такая текстура, которая при контакте с водой превращается в такую легкую пену, очищает до скрипа, не сушит кожу. Шикарный продукт. Когда-нибудь обязательно повторю. Вообще хочу другие пенки BioAqua попробовать. Еще один продукт, который у меня закончился и был тоже невероятно долго. Это вот такой вот всесезонный пилинг фирмы Белита, серия эффект салонных процедур. Там тоже очень много всяких разных продуктов, но я пробовала только этот. Шаг 2. Пилинг с фируловой кислотой для лица, шеи и декольте. Фируловая кислота – это очень щадящая кислота, поэтому пилинг можно проводить процедуру вот в любое время года, написано. Здесь было 105 миллилитров. Там внутри такое гелеобразное вещество, такого мутного молочного цвета. Девочки, на этот пилинг очень неоднозначные отзывы. Что могу сказать я? У него накопительный эффект, то есть нельзя ждать от него моментального действия, как от агрессивных химических пилингов, тем более это средство для домашнего ухода. Но он действительно работает, он выравнивает тон кожи, цвет лица становится однородным, рельеф выравнивается однозначно, кожа подтянутая, такая, ну, как бы здоровый цвет лица. Очень хороший продукт, и я, возможно, его когда-нибудь повторю. Просто я не люблю продукты, которые по полгода у меня в уходе находятся. Ну, мне это надоедает. Хочется всегда чего-то новенького попробовать. Но продукт работающий. Главное не ждать от него быстрый эффект. Следующее, что у меня закончилось, это вот такая вот маска «Бархатный соблазн», «Королевский рис», маска «Бархат для лица», «Изысканное питание» от Белита. Здесь в составе экстракты риса, масла авокадо и ши. Здесь было 75 миллилитров. Девочки, берите, даже не думайте. Маска очень, ну,
как сказать, бюджетная. Есть и дешевле масочки у белорусской косметики. Это так, по средней, скажем, цене, но она, конечно же, безусловно, того стоит. Она очень хорошо питает кожу. Кожа выглядит просто потрясающе, как будто вы выспались, отдохнули где-то. Ну, в общем, расслабились, и вообще очень-очень красиво выглядит ваша кожа после этой маски. Когда-нибудь тоже обязательно повторю. И я ею пользовалась и осенью, и зимой, и даже летом. Маска не забивает поры и шикарно работает в любое время года. Так, следующее, что у меня закончилось, это вот такая вот малышка. Это сыворотка от BioAqua с гиалуроновой кислотой, Wonder Essence, с экстрактом черники. Стеклянная бутылочка, очень красивая. Здесь была вот такая вот стеклянная пипеточка. Отличная гиалуроновая сыворотка. Классно напитывала, увлажняла кожу. Действительно разглаживает морщинки. Ну, как, не полностью вот прям стирает, как ластиком. Но, тем не менее, ну, все вы знаете, девочки, да, и мальчики тоже, что при качественном увлажнении и питании кожа разглаживается, потому что она получает те необходимые вещества, которые ей нужны для того, чтобы выглядеть молодо и красиво. Сыворотку, конечно же, рекомендую, сама обязательно повторю. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой дезодорант стик Rexona. 48 часов, антиперспирант с алоэ вера и бамбуком. Полная ерунда, что он защищает 48 часов. Душ, конечно же, никто не отменял, но тем не менее от запаха пота предохраняет. До этого я пользовалась и спреями, и шариковыми дезодорантами. Ну, как-то вот мне захотелось почему-то как-то попользоваться вот этим вот стиком. Очень мне понравился, защищает от запаха пота. Ну, в общем, классный. Не забивает поры. В общем, все, что нужно. И бюджетный, к тому же. Так, у мужа закончился вот такой шариковый Nivea Men. Черное и белое. Невидимый оригинал. Оригинал — это аромат, я так понимаю. Не оставляет белых следов. Антиперспирант, предотвращает появление желтых пятен. Вот это все правда. 48 часов — неправда. Тоже каждый день нужно пользоваться. Ну и, опять же, и душ. Как же без него? Тем более летом. Так, еще что у меня закончилось, девочки, я в июле как-то очень мало пользовалась этими тканевыми масками. Использовала вот такую тканевую яичную маску от Esfolio. Очень люблю эту торговую марку, это корейская торговая марка. Но яичная маска почему-то меня подразочаровала как-то. Здесь обещалось нам уменьшение расширенных пор, тонизирование, увлажнение и успокоительное действие на воспалительных участках. Слава богу, воспалительных участков у меня нет. Постучим по дереву. А вот расширенные поры, да, хотелось бы как бы увидеть эффект, но нет, эффекта не было. На мне эта маска не сработала. Не могу сказать, что она плохая. Может быть, это только в моем случае так получилось. Ну, но нет, я ее не повторю, потому что я эффекта... Ух ты, как же ее поставить? Эффекта от нее не увидела. И еще одна тканевая масочка, которую я попробовала. Это вот такая маска с гиалуроновой кислотой, экстрактом водорослей от BioAqua. Вот эта масочка — совсем другое дело. От нее кожа была увлажнена. Насчет пор не помню, но точно не расширила мне поры. То есть лицо было ухоженным, увлажненным, напитанным. Скорее всего, повторю. Эти маски я покупала именно BioAqua в сети магазинов Простор. Они очень бюджетные, постоянно там есть, поэтому эту масочку я вам рекомендую. Так, следующее, что я вам покажу, девочки, это мое огромное разочарование. Возлагала такие большие надежды, но им не суждено было сбыться. Это вот такая сыворотка от торговой марки Markel. Active Program, активная сыворотка для лица, интенсивное омоложение, эффект за 4 недели, Professional и бла-бла-бла. Там тоже, в состав сейчас скажу вам, это не однокомпонентная сыворотка, здесь был целый коктейль из полезных веществ. Здесь была гиалуроновая кислота, стволовые клетки из красного винограда, бета-глюкан, полисахарид для упругости, витамины и фукагель для увлажнения. Девочки, полный провал, ничего не делает. Мало того, я даже не успела ее вам показать в уходе, как она закончилась. Потому что в отличие вот от этой сыворотки, это просто как вода в этих капсулах. Невозможно было нормально дозировать. Она выливалась так, как ей вздумается. Буквально закончилась, я не знаю, там может быть за неделю, может быть чуточку больше. Я говорю, я вам не успела ее показать даже в уходе. Полная ерунда, никакого не омоложения, мало того, даже увлажнения от нее не было.
вообще не понравилось, никогда не возьму и вам не рекомендую. Девочки, это были все мои пустые баночки в июле. Пожалуйста, в своих комментариях расскажите, если вы чем-то пользовались из того, что я вам показала. Как бы так поставить? Если вы чем-то пользовались из того, что я вам показала, пожалуйста, напишите свои комментарии. Мне будет очень приятно почитать ваши отзывы об этих продуктах. На сегодня у меня все. Всем спасибо большое. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всем пока!